После урока старшей группы на второй день после Рождества мы решили отметить сразу все праздники. И Новый год у нас запас шампанского, и Рождество у нас запас водички, и мартини, но это уже не знаю, что будем отмечать, и еще ждем такого мега-мега гостя. Что вы это? А это я буду делать репортажи нам на сайт. Нет, в Аргентине все время ходила. А я все время в Аргентине ходила. Там народ, да, я даже в самый интимный момент все время ходила с камерой. Калифорнийская доза, да? Да, сразу скажем, что с майонезскими протестами. То есть, если будет невкусно, это виновата. А это не моя, это привет, моя подруга Татьяна. А если вкусно, то купила вам. И давай другому. А давай мне сразу все стаканчики я. Очень приятно бывает, когда мы приходим в школу, видим вас, да, потому что Наринеска реально, она каждый, ну, болтали с ней почти каждый день. Она, по скайпу, да. У нее главный писк, ой, как ты ученики, привет, я скучаю, хочу домой. Да, и правда, да. Правда, ребят. Ну, полчаса мы с ней обсуждали учеников, потом переходили к делам, собственно говоря. То есть, поэтому нам очень приятно, когда мы приходим на Милонги и видим вас. То есть, действительно, вы это знаете, мы понимаем, что мы очень, не просто так работаем, удовольствие само собой от работы, но очень приятно, когда видишь результат своей работы, когда видишь, что люди танцуют. Вот они, результаты. На Милонге. А когда ребята вот у нас выступали, я серьезно, я когда выступаю сам, я никогда не переживаю. Я выхожу, один раз в жизни там была причина, волновались в СНС, когда ребята другую мелодию сыграли нам. Название тоже, а музыка была другая. Вообще не про то. Это было весело, да. А так не переживаю. А тут я реально, когда наши ученики выступали, волновался просто. Я стоял, думаю, господи. И Тина волновался очень. Инеска тоже на следующий день Инеска болтали. Слушайте, у меня было, знаете, какое ощущение? Слушайте, ребята, у меня было ощущение, что я выдаю дочку замуж, сына женю, и не пришла на свадьбу. Ну вот не могу приехать на свадьбу своих детей. Слушай, я просто, вот помнишь, Юлька, мы такие, я ходила нервничать. Алан, привет, как они выступили? Я говорю, Инеска, ты спросил бы ради приличия, Алан, как ты там себя чувствуешь, там, как у тебя дела? Да, как они выступили? Нам очень приятно, что вот просто вот, что вы у нас есть, что каждая школа на самом деле богата своими учениками, своими вот ребятами, которые занимаются у нас. Давайте мы за вас выпьем, вот, на что бы я хотел. Давайте, бум-бум-бум, динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. А, нет, стоп. А, левой рукой. По аргентинской традиции. Да. Держим стакан левой рукой, смотрим в стакан, иначе 7 лет секса не будет. Так, стоп, это... Такие женские голоса, чего не будет? Плохо. У меня это в России, поэтому чокаем с чем хотим. Так, эти. Молодец, у нас ты нам в ребенок года. Карму не сбивай. А так не сбивай нам карму. Тогда занятие, оно приобретает какой-то такой вкус. То есть ты уже ходишь, там что-то тренируешься, там что-то делаешь, отрабатываешь, и уже потом при подготовке, уже когда ближе-ближе, уже там внутри что-то такое трепещет. А потом, когда ты уже выступил один раз на сцене, уже потом тебе этого... Хочется. Уже хочется. Уже хочется, да. Они бедные, когда представляют, Анютка бедная там тряслась, там взяли, бутылка коньяка в руке, да. В тихом ужасе там, то есть. А когда вы смотрели, говорите, еще хотите? Да! Гвала! Да! Теперь я меняю ведущего. Вот я тыкну пальцами, а станет закрывать глаза, а он ведет. Не помните там, как слепые шли друг за дружкой? Да. А какие элементы... Без партнера, конечно, можно. То есть, с какого ракурса вы Вау, это надо... Она огромная. Нет, 1-2 урока. А ты завтра сможешь, что ли? Да. Ну, приходите. О, да.
буквально. Территории Земли занимает. Ну скажем, как называется? Николодин. Николодион или Николодин. Я хотел сказать, что мне очень приятно и попасть в эту школу, и приятно находиться вместе с вами, вместе с людьми, которые тоже так же, как я, попали в эту школу. И услышал сегодня много приятных слов в адрес учеников. Мне, конечно, да, прежде всего. Да, очень хочется сказать несколько теплых слов и в адрес организаторов и учителей. И, конечно, вопрос учительства и преподавателя – это очень серьезная штуковина. А ученичество еще серьезнее. Да, учителю штуковина. Когда ты приступаешь к людям, которым прислушиваешься, мнение которых для тебя важно, которые могут тебе достучаться и находят слова, чтобы тебе было понятно, да? Это очень большое счастье как раз-таки встретить таких людей. Я желаю и вам лично, каждому, и школе как организации в целом, большого развития, успеха, удачи и больших новых всяких приключений и событий в новом году. Ну, спасибо. Школа танго Сити. Не забывай свои глаза. Нет, тут уже не на чем усеться. Здесь глаза, чтобы все хорошо было.